Итак, снова здравствуйте, с вами Рубила, и мы продолжаем проходить Battlefield 4, а остановились мы на том, как убили Ковина, этого деда вот это. Ну, вы поняли, короче, вот этого седого деда. Так, в общем, продолжим. Коротко буду говорить, продолжим. Ага, эти бронированные. Их не пробьешь в голову. Ясен пень. Да бля, ты, короче, мне надоел. Лови. Ты будешь умирать в мучениях. Ага. Чё? А вот дверь. Капитан Гаррисон, мост чист. Он в порядке. Тихо. Фу, ты меня ты меня напугал. Он не выжил, сэр. Черт подери. Благодаря могильщику Валькирия все еще на плаву. Однако ее здорово потрепало. Мы далеко от дома, ребята, и во вражеской акватории. Думаю, худшее еще впереди. Так что я рад, что у меня на борту морпехи. Сержант Рекер, жду вашего отчета через 15 минут. Могильщик в вашем распоряжении. Есть! Все, прошли. Это мне вот вчера вот столько вот не хватило до конца задания. Позорно. Если бы знал, я бы еще там записал. Информация, которую вы добыли на Титане, подтверждает, что Тихоокеанского командования больше нет. Китайцы уничтожили его ракетным ударом. Теперь это территория Чана. Если от нашего флота что-то осталось, то они теперь как слепые котята. Я понимаю серьезность ситуации, капитан. Тем более нужно быть осторожнее. Включать ее в состав отряда? Ирландцу это не понравится. Ирландец не видит всю картину в целом. У нас чрезвычайные обстоятельства. Она отправляется с вами. Понятно. Ирландец хороший мужик. Я присмотрю за ним. Я ценю это, Пак. У вас явные задатки лидера, хотя путь вам предстоит еще долго. Спасибо, капитан. Нам нужно что-нибудь знать об атаке на аэродром. Да. Приведите Рекера. Пак, Рекер. Слушайте меня внимательно. Опять будет задание на корабле, по идее. Может и нет. В общем, сейчас посмотрим. Следите за землей. Или вообще на самолет. Увидите их самолеты на предангарных площадках. Мы разбомбим их и пойдем дальше. Помните, как в Battlefield 3 там была миссия на самолет? Такая прикольненькая миссия. Может, и тут такая будет. Многие ваши друзья. Но другого шанса не предвидится. Ну, в общем, что гадать? Сейчас, в принципе, все посмотрим, все увидим. И выпустит сигнальную ракету будет всего 30 секунд, пока мы не устроим ракетный дождь. Вас понял. Не станьте еще одной цифрой в статистике погибших. Не станем, конечно, мы ж матерые пацаны. Че это ты нас уже в погибших записал? Так, ну я думаю, это будет на самолете. Хотя... Что-то мне это не нравится. БТРы стоят на гусеницах. А, на лодке будет. Нет, может и нет. Вы китайский знаете, сержант? А вам-то какое до этого? Ладно, я думаю, мы на лодке куда-то. Короче, что я опять гадаю? Сейчас все увидим. Вы же меня поддержите. Я считаю, что это ужасная ошибка. От нее будут одни неприятности. Да. Ой, надо закрыть окно, а то кое-кто мне мешает. А точнее, собаки. Сейчас я закрою окно. 5 секунд. Бойцы на Валькирии. Извиняюсь, конечно, за посторонние звуки. Все мы страдали. Теряли друзей, любимых. Сделаем так, чтобы это было не напрасно. Шторм не дает вражеским самолетам взлететь. Но это ненадолго. Пусть остался только наш корабль. Но мы не позволим потопить себя без боя. Мы пойдем на запад. Мы нанесем удар по аэродрому под прикрытием шторма и обеспечим себе безопасный проход через Сингапурский пролив. Нам помогут скорость и смелость. Пусть этот шторм приведет нас домой. Да.
Будет тяжело, я чувствую, очень тяжело. Ну да ладно, в принципе, в играх и не такое проходили. Это чё так мутно? А, типа шторм же, да. Так, летим по карте. Судя по карте, надо лететь прямо. Ну да, вроде прямо. В общем, летим. Добраться до аэродрома — наше задание сейчас. Что такое тайфун? У вас отрицает врага. Шторм или нет, этот план мы должны осуществить. Если ракеты не попадут в цель, пострадает много людей. Трекер, прямо впереди. Твое место на бегу. Ай-яй-яй. Ух ты, ёпта. Это как так, так-то мы? Прям самое поле боя. Ай! Тихо. С богой, напарни. Свои, типа свои, ну, на самом деле. О, там танки. Там реально пулемет, его кто-нибудь уничтожит? Все, уничтожили. Отлично. А нет, не уничтожили. Назначайте цели. Атакую! Будьте на связи! Все, уничтожили. Не отставай! Очистить место посадки! Все, убил. Так, будем идти, в принципе, за танком. За ним, я думаю, самое безопасное в этой игре. Давай. Yes. А, это у меня автомат. Это вообще отлично. Давайте, убей. Ладно, я его. А! Живучая тварь. Ха-ха, все-таки я его убил. Троны, патроны, 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 патроны. Отлично. Нифига себе. Нифига себе. Да. Мощно. Ну, у нас, в принципе, танк. Мы... Ох, гляньте. Ха-ха. Красиво. Прикольно. Так что мы от них немного отстали. Нужно выдвигаться. И это прорыв. Прорыв. Гляньте, сколько крутых тачек. Мне бы туда попасть. Ой-ой-ой. Гляньте, он их дает. Да, красиво. Гляньте, как он их раздавил. Красиво. Ого. Ого. Бедные машины. Мне их так жалко. Да ладно, все равно они мне не достанутся. Противник, противник, где-то противник. Так, у нас танк, да? О. Фу, я думал, это их, я думал. Реально испугался. Все, убил всех. Все, добро. Не-не-не. А, ну да, всех убил. Не-не-не-не-не. Ох ты ж. Да кто его там? Так, так, осторожно. Убил, убил, убил. О, мощный. Да блин, у вас пулемет, вы что, его убить не можете? Я вас умоляю. Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну. Да блин, у него жизни мало. Вот живучий. Yes. Yes, 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 yes. Так, так, так.
Что, оружие? Давайте посмотрим, что у нас тут есть. Что у нас тут есть? Винтовки. В принципе, у меня сейчас автомат довольно-таки хороший. Мы откроем проход! Огонь на подавление! О, красавчик. Опа, это ихний, да? Открывай. Ух ты. Все, уничтожено. Отлично. Да я дал цель. Дал. Блин. Ой. Где он? Вот он. Все, давай, уничтожай его. Я в тебя верю. Все. Отлично. Убил, да? Нет, не убил. Убил. Ой. Убил. Отлично. Дальше. Ну только минут 10, да, снимаем? Подожди, целей пока что нет. Да, вроде нет. А, нет, есть.